Здравствуйте, наши телезрители. В нашей студии Александр Николаевич Шевченко, известный проповедник. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Итак, вы в Украине который раз уже, не помните? Много раз. Я бываю на Украине несколько раз в году. Последние 22 года много раз прилетал в Украину. И вас поражает что-то в Украине? Ну, мы уже немножко говорили перед этим, да. Есть несколько моментов, которые впечатляют. То есть Украина все равно очень бурно развивается. Мы выехали в 91-м, и тот образ Украины, еще советской, и теперешний, особенно Киев, большие города, конечно, это другой уровень, совершенно другие автомобили, другая одежда. Плюс тот фактор, что здесь глубокие исторические корни. Вот мы отмечаем 1025 лет крещения Руси Киевской. И ты понимаешь, насколько здесь богатая все-таки история, наша история. Вот это, конечно, впечатляет. Этих ощущений, этих переживаний нет в Соединенных Штатах, где мы живем. А последний раз, когда вы были вот там, где вы родились, город, деревня? А в прошлом году я брал с собой детей, возил их в свою деревню, показывал им школу. Это было очень необычно. Они были в шоке, как я мог там учиться. А почему? Почему я в шоке? Ну, все поросло бурьяном. Эти улочки в деревне узкие такие. Там коровы пасутся. То есть, ну, деревни, люди такие. Они, конечно, в другом выросли. Для них это было очень необычно. То есть ваша деревня слабо напоминает Сакраменто. Я понимаю? Да, я понимаю, на что вы намекаете, что Сакраменто тоже большая деревня. Да. А вот, Александр, а когда вы начали проповедовать? Мне было чуть больше 14 лет. Это было в той же деревне, о которой мы сейчас говорим. Глееватка. Там много глины. Отсюда это название. Там родился мой отец, там жили его родители. То есть там они вот росли, там они родились, там был наш дом построен. И вот там я говорил свою первую проповедь, которая длилась аж 6 минут. А как вас воспитывали в христианской семье? Как приучали вас, ну, любить Бога, читать Библию? Вы знаете, я, Виктор Павлович, не могу вспомнить, чтобы в нашем доме было много нравоучений. Я помню, что моего отца уважала вся деревня. Я помню, что это был человек очень безотказный. Любой в деревне мог прийти, попросить что-то отремонтировать, помочь, повезти кого-то, того в роддом, того там в больницу, что-то случалось. И я вот запомнил, и мое восприятие, мое понимание христианства сложилось именно вот на примере жизни моего отца, моей мамы. То есть когда мы просто полезны тем людям, тому обществу, возле которого или среди которого мы живем. То есть христианская вера с детства вошла в ваше сердце? Да, в доме была Библия, да, мы молились, да, мы читали Библию, да, мы посещали богослужение. Вот. Но, как я уже сказал, я не помню, что нас принуждали, либо как-то вот усиленно навязывали. Даже вот сейчас я удивляюсь, что нам не запрещали одеть звездочку октябрят, да. И в том возрасте детском нам уже родители говорили, это не совсем правильно, но вы сделайте свой выбор сами. И мы учились думать самостоятельно в то время. И родители нам помогали, но они позволяли нам делать ошибки и думать самостоятельно. Вам нравилось ходить в церковь? Церковь была маленькая, она состояла из преимущественно пожилых людей, кроме вот моих родителей и нескольких еще семей. У нас было человек, наверное, 40 всего. Вот. Но что мне нравилось, воскресный день, нарядно одевались. Люди, которые тяжело работали в деревне, да, как-то особо благоговейно относились к этому утру. И вот эти вот воспоминания, вот эти ассоциации воскресного дня, песнопения, чтения Библии, Слова Божьего – оставили очень такой приятный отпечаток моей души. И вот вы переехали в Соединенные Штаты Америки. Что там вас поразило? Да, вот там действительно были моменты поражения, наверное, в прямом смысле этого слова. То есть, представляете, я попадаю сразу в общественную школу. Я здесь, в Украине, закончил 9 классов, и я ни разу
Может быть, за исключением там за туалетом однажды видел, как целовались парень с девушкой, там старшеклассники. Но я не видел того, что я сразу же в первый день в таком объеме увидел в калифорнийской школе. То есть у всех boyfriend, girlfriends, они обнимаются, они зажимаются, они короткие шорты на них. Я был просто в таком потрясении, что если мне не подводит память, я в первый день вообще убежал со школы. Я сказал, это невозможно, невыносимо. Это такое давление на мою психику подростка, что... Но потом ты как бы втягиваешься, ты втягиваешься, вот, адаптируешься. Как бы тебе тяжело не было, ты привыкаешь, и это плохо. Скажите, где труднее учиться было вам? В украинской школе, где вы были христианином, и я понимаю, что при советской власти относились к вам соответственно, или в американской школе? В американской школе тебя уважают, ты в центре внимания, твои капризы берутся к сведению, ты можешь положить ноги на парту, ты можешь спать на уроке, никто тебя никогда не ударит, никакого подзатыльника тебе не даст, не обзовет тебя грубым словом. Но трудно поверить, что в этом и выражается настоящий интерес этих людей в тебе. Я скорее поверил в большую заинтересованность во мне, как в человеке, в такой вот украинской школе, где могут дать и подзатыльник. Я это никак не приветствую. Я считаю это непозволительным по отношению к детям, особенно когда это делают чужие люди. Но, по крайней мере, это как бы, ну, так скажем, по-своему. Это вот моя коммуна, это моя деревня. Это вот мы здесь вместе растем, мы здесь вместе строим отношения. И эти люди вот в той школе, где я учился, в украинской, да, они как бы переживали, они мне помогали вытянуть мои оценки, они там, несмотря на то, что мы были верующие, несмотря на то, что у нас были напряжения, несмотря на то, что вызывали мою маму в школу, что там угрожали лишить родительских прав и так далее, мы все равно жили хорошо. Вас любили в украинской школе? Да. И не только студенты, не только одноклассники. У меня сложились достаточно хорошие отношения и с учителями. А когда-нибудь был конфликт между вашей верой и учителями? Да, такие конфликты имели место, и они были достаточно обостренными. Это были дебаты в классах, это были открытые конфликты, это были заниженные оценки в конце года. Вот. И между тем, если бы я был равнодушен этим людям, этого бы не было. Потому что мы говорим уже в преддверии перестройки, там уже не было такого большого давления со стороны властей на учителей, но скорее это был самый настоящий конфликт веры и неверия, атеизма и христианства. Поэтому он выражался в такие открытые диспуты, многократные. Буквально уроки превращались в эти дебаты, диспуты. Ученики занимали ту или другую сторону. И я был самым прямым участником этих вот дебатов. Мне это очень нравилось. То есть я не чувствовал, что меня унижают, хотя отдельные люди унижали. Я чувствовал наоборот, что в целом эти люди слушают, они воспринимают меня. А скажите, вот были среди учителей те, которые симпатизировали вам? Да, были. Были, которые тайно беседовали о вере, несмотря на то, что я был подростком. Были, и не только они, но в моем детском сердце была какая-то особенная любовь, какое-то особенное обостренное чувство к этим людям. Я за них молился, я за них переживал. Я их приглашал уже тогда, начались первые евангелизации, их приглашал в клубы. В городе тогда арендовали христиане городские клубы и делали евангелизации, и они приходили. И они тайком утирали слезы, и Бог касался их. Некоторые из них покаялись, стали членами церкви. Вот, это очень приятно вспоминать. А за 22 года не встречались вы потом уже со своими учителями, когда вы стали известным проповедником, когда? Встречался. Ну и не как? Один раз. Ну и как? Необычно, интересно. Всегда эти встречи были слезными. Всегда это была очень большая благодарность. Люди сознавались в том, чего боялись сказать тогда, в то время. Сознавались, как они нас уважали, как они уважали отца моего,
как они сердцем разделяли нашу веру, как они тайком молились, вот, просили прощения за грубости, за то, что они должны были выполнять программу коммунистической партии тогдашней и так далее. Но это были очень приятные встречи. Вы приехали в Америку, вы учились, и вы влюбились. И как это было, и когда это было? Влюблялся я не один раз. Как это? Известный проповедник не раз влюбляется. Не один раз, но Бог меня как-то сохранил. Я не попался в эти сети. Ну, нравились девушки? Были две девушки до Жанны, которые мне нравились. Но... А вы им нравились? Наверное, нравился. Но это сейчас не столь важно. Важно то, что мы были вместе в России. Это мне уже было чуть больше 18 лет, и мы уехали в Россию. Просто у нас было желание благовествовать об Иисусе Христе в ряде русских городов. Это была Кострома, Буй, Нерехта, Шарья, Доброумово, ряд деревень прилегающих. И вот там я больше узнал Жанну. Хотя мы знакомы были еще, уже в Сакраменто познакомились, но вот там открылось ее сердце, когда я видел ее усердие, желание помогать детям, инвалидам, мы там помогали умственно отсталым детям в интернатах. И однажды просто вот что-то открылось в моем сердце, я сам себе сказал: «Господи, если бы моя будущая жена имела такое сердце, как вот эта девушка, как бы я был тебе благодарен». Вот это было первое чувство, другой взгляд на эту Жанну, которую я уже знал несколько лет, но никогда не допускал мысли, что именно она может стать моей женой. А больше всего что понравилось в Жанне? Любовь к людям, жертвенность. Я помню, как они разгружали 40-тонные контейнеры гуманитарной помощи, как буквально кровь шла носом. Они лежали на этих тюках с одеждой, но они жертвовали собой, они тащили все это людям, они в эти деревни везли все это, они переживали за людей. И мне очень как бы нравилось, что эти люди, они не о себе думают, что они действительно любят народ. И мне очень хотелось как бы связать свою жизнь именно с таким человеком. Вы стихи ей не писали? Писал. Вот. Жаль, что сейчас мало пишу. Вот. Не помните? Нет? Спасибо за сердце, открытое настежь. Спасибо за веру, в безверие век. Ты с неба на землю упала на счастье, горячей звездою в холодный мой снег. Следы заметает на снежном насте, но путник нашел свой ночлег. Спасибо за сердце, открытое настежь. Спасибо за веру, в безверие век. Спасибо. Скажите, сколько вы с ней прожили? А вот сегодня 17 лет. 17 лет да. Прожили. Не жалеете за 17 лет? Нет, не то слово. Такого вот. Не было. И у вас дети? Двое детей у нас. Сын 15 лет и дочь 10 лет. Александр, а что самое трудное вот в семье, как вам кажется? Трудное в семье? Трудное в семье. Понять, что семья прежде всего не для тебя, а ты для нее. Понять, что семья — это синтез, это комбинация тебя и, прежде всего, твоей жены. Это не есть что-то магическое, которое происходит само по себе, а это ты плюс она. Поэтому хороший вопрос — а кто ты? Что ты принес в семью, если ты человек беспорядочный, гордый, постоянно капризный, недовольный, неблагодарный? Так чего ж ты ожидаешь от семьи? Это синтез, это сочетание. Если сочетать синий и желтый цвет вместе, мы получим зеленый цвет. Вот так и семья — это сочетание двух характеров, двух индивидуумов, которые создают определенную атмосферу в доме, которую мы называем семьей. В этой атмосфере рождаются дети, формируются. Вот потому, наверное, сложные — это работа над собой. Это посвящение себя этому человеку, которого ты любишь. Это самопожертвование. Скажите, если бы второй раз вам пришлось жениться, ну, условно скажем, да? Вы бы на ней женились вторично? Если бы да, так? Абсолютно, да. Вы часто ей говорите, что любите ее? Нет. Я вот такой человек, я как-то вот боюсь
пустословие, многословие в этом плане. Может быть, это минус. Но если я говорю эти слова, для меня они не просто слова. Они должны сопровождаться каким-то особенным переживанием. То, что я ее люблю, я это знаю. И она это знает. Но многословить на этот счет я как-то переживаю. Я как-то боюсь. Я боюсь ехать к такому механическому. «I love you, baby», там, «я тебя люблю». Говорю это, но скорее всего это так механически. А если серьезно, то это не так часто. Я как-то слышал выражение интересное, что отец не может ничего большего сделать для своих детей, чем любить их мать. Вы согласны с этим? Да, я согласен, что это лучшее, что может иметь ребенок в доме, когда он видит, как его отец любит его мать и как его мать любит его отца. Вы замечали, что когда только папа и мама или муж и жена начинают обниматься, ребенок может быть занят, он там играется, но как только они обнимаются, проявляют любовь, он бросает все, прибегает и старается стать между ними. Я просто был потрясен, когда я спрашивал людей, у вас такое бывает в семье? Все люди говорили «да». Я думаю, что это, на это надо очень обратить внимание. И когда, наоборот, родители говорят, мы бы давно развелись, но ради детей мы не разводимся, вы думаете, ребенок этого не чувствует? Он чувствует это очень обостренно. Он, наверное, наоборот думает, что из-за него страдают и папа, и мама. Это очень, очень тяжело отражается на детской психике. Воспитание детей. Сложно воспитывать детей в американской действительности? Если отношения с детьми близкие, доверительные, основанные на любви, когда мы проводим время вместе, когда вместе балуемся, вместе смотрим что-то, вместе обсуждаем какой-то фильм, вместе читаем книгу перед сном, нет, не сложно, мы друзья. Ребенок придет именно ко мне. Так и было, когда мой сын рос, когда у него случались какие-то срывы, когда он там что-то не то увидел в интернете, он звонит мне среди дня: «Папа, нам надо поговорить». «Я, сынок, приеду вечером». «Нет, сейчас, неплохо, мне надо с тобой поговорить». И я приезжал, и мы говорили, и мы молились вместе. И мои дети знают, что у них первые друзья, может быть, даже единственные в каком-то смысле, это папа и мама. То есть, получается, дети, любимые в семье, они смогут создать любящую семью, так получается? Да, потому что у них есть модель семьи, у них есть опыт любви, чего нет, допустим, у интернатских детей. В каких бы хороших условиях интернатских они ни жили, у них нет модели семьи. В этом плане мне очень нравятся Соединенные Штаты, у них нет интернатов. Они стараются ребенка, который остался без родителей, поместить именно в семью. Именно этим они мотивируют такое решение. У ребенка должна быть модель семьи, иначе он не создаст свою семью. Вы являетесь пастором церкви? Да. И сколько лет вы уже пастор? 8-й год. Ну и как быть пастором? Ну, быть пастором, я думаю, это не профессия, это состояние. Ну, состояние как? Состояние? Ну, оно, наверное, воспитывалось не с момента, а вот когда официально, так скажем, я оказался в такой роли. Это раньше воспитывалось Богом, потому каждый раз, когда мы пребываем в том, чему научены, в своем состоянии, мы живем в гармонии. Нормально, я не напрягаюсь. Да, я устаю физически, но мне это доставляет удовольствие, потому что я не прыгну выше головы, я не стараюсь никого впечатлять, я не болею этим. А быть самим собой – это приятно. Ну, что ближе вам, пасторство или учительство? Вот если бы выбирать, или только пасторство, только пастор, церковь, или все-таки тем, чем вы занимаетесь? Вы разъезжаете по миру, бываете в разных странах, в разных городах, как я понимаю, и служите Церкви Божьей. Что ближе к вам? Мне трудно точно провести грань или обнаружить границу между этими двумя составляющими. Думаю, что где-то они перетекают одно в другое, это как два сообщающихся сосуда. Я только в одном уверен, что учить я могу ровно тому, кем я являюсь.
Я, конечно же, могу и другим вещам учить, но я просто не верю, что они имеют помазание на себе так ложиться в человеческую душу, как то, когда я делюсь своими личными переживаниями. Потому что для меня представляет учительство? Это честность прежде всего, это свой личный пример. Кстати, не только положительный, но и отрицательный. Это тоже уроки, это тоже откровенно. Это тоже не делает из меня супер какого-то мена, супермена или вундеркинда какого-то. Я обычный человек со своими слабостями. Вот, и я этим делюсь. И для меня это и есть, наверное, учительство. Да, я не исключаю момента сверхъестественного, которого достаточно много, когда Бог озаряет разум и открывает какие-то истины со Священного Писания. Но прежде всего они открываются для меня в моей личной жизни. После того, как я действительно их переживаю или на каком-то уровне практикую, я ими делюсь и в большом собрании с другими людьми. Вот, наверное, вот это я хотел особо подчеркнуть, что в моем случае немного есть теории, которые не являются практичной в моей личной жизни. Я думаю, что это очень маленький процент. Я стараюсь всегда говорить о том, что в моем случае помогло или я научился чему-то. Я правильно понимаю, то, что вы получили в своем духе от Бога, вы пытаетесь и передаете в дух тех, которые верят и ищут Бога. Правильно? Да, совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Я рассказываю свой духовный опыт. Ну, вы сказали о слабости. И какая же у вас так слабость? Ну вот с чем труднее всего бороться? С чем труднее? Вот жена моя вчера по телефону говорит, там к тебе не пристают. И что имеется в виду пристают? Ну, много же людей ешь. Я говорю, ты знаешь, я езжу с такими хорошими, красивыми, молодыми людьми, братьями, которые меня сопровождают, что они как громоотводы. Все сразу к ним пристают, а я прохожу спокойно. Ясно. Итак, и какая же у вас слабость есть? Ну, наверное, в самом характере есть такая... Люди называют это упрямством, я называю настойчивостью. И кто прав? Более осторожно. Наверное, я такой решительный, понимаете? Угу. И я могу думать о чем-то месяц, два, полгода, молиться. Но люди-то не знают о том, в чем я нахожусь. И я потом принимаю решение, и я все, меня уже никто не остановит. Я как катапульт. А людям трудно это взять, передать. И часто вот на этой почве и в семье, и в церкви я понимаю, что мне было трудно, потому что надо идти с обществом. Ты не можешь сам все делать, чтобы Бог заинтересован, чтобы все люди вместе шли. И ну, вот такие моменты, ну, может быть, в какой-то момент я неуступчив, то есть я вот такой принципиальный какой-то. Хотя потом опять сожалею, извиняюсь, прошу прощения. Наверное, вот такая у меня есть слабость. А может, семью, общество надо готовить было? Ну, вот, ну да. Потихоньку рассказывать, да, что на сердце. Да, вот я думаю. Времени жалко, хочется все быстро. Ну, надо, да. Да, а как вы к критикам относитесь? Ведь у вас могут быть и лютые друзья, что же? Знаете, критика – это здорово. Потому как же так? Вы мне благо оказываете. Потому если мы говорим о здоровой критике, о человеке заинтересованном во мне, раз, о человеке компетентном, который действительно понимает предмет, в котором он меня там критикует или поправляет, это же замечательно, это здорово. А если эта критика, основанная на зависти, если человек совершенно не разбирается в этом, если он не обосновывает своих умозаключений, он просто агрессивен или завистлив, я абсолютно игнорирую этим. Я вот при всех готов сказать, что я не читаю этой критики в интернете. Она разрушительна, и я совершенно игнорирую. Я таким людям говорил когда-то в передаче, вы зря стараетесь, я этого не читаю. А такие письма бывают в интернете, да? Много. Да. Я не знаю, я не читал эти письма. Почитайте. Да? Но это на ночь, наверное, не надо. Скажите, а вот какие духовные проекты сегодня лежат у вас на сердце?
Ну, вот один из больших проектов, о чем я сегодня рассказывал, у вас здесь в городе Славянске, да, это фильм. Фильм о, или на тему истории евангельских верующих. Вот мы назвали его «Богоискание славянских народов». Угу. Вот эта работа заняла у нас несколько лет. В большей степени мы работали, были более такие периоды, где мы меньше работали над этим фильмом, но в принципе это уже пятый год. Мы собираем интервью, собираем архивные материалы, фотографии, с государственных архивов выкупаем документы, вот, чтобы объемно пройти по 10 векам, начиная от крещения Руси до наших дней, насколько возможно, до советского коммунизма, 20 века. Вот по нашей истории, интерпретируя ее историю угу. на евангельский лад. А мы не навязываем людям ничего. Люди достаточно рассудительны, они выводы сделают сами. Но чтобы люди сделали правильные выводы, или, по крайней мере, имели возможность сделать правильные выводы, они должны знать правду. Понятие правды у каждого свое, как говорится, у каждого своя правда, однако при этом все мы понимаем, что правда одна, правда у Бога. Поэтому я считаю честью каждого настоящего историка, чистоплотностью его, непредвзято интерпретировать исторические события объективно, насколько это возможно. И именно такие напутствия я даю перед каждым интервью, которые мы делаем с разными людьми, привлекая их к участию в нашем фильме. Будьте максимально непредвзяты. Потому что с переменой власти, когда меняются государственные режимы, переписывается история. Зачем? Она переписывается на свой лад, на лад того режима, который в настоящее время действует в государстве. Хотелось бы, чтобы этот фильм смотрели не просто наши люди, говорили, а хорошо он сказал о нас, а другие люди бы этого не смотрели, просто насмехались над нашим субъективизмом. Вот, потому мне ценно, чтобы этот фильм остался, чтобы это была достаточно откровенная картина. Потому, допустим, мы обсуждаем какой-то предмет, скажем, там, причины, по которым князь Владимир крестил Киевскую Русь. Мы обсуждаем все стороны. Он мог быть движим политическими соображениями, амбициями. Он мог действительно переживать какое-то возрождение на каком-то уровне. Вот. И потому мы не скрываем разных сторон и разных интерпретаций этих исторических событий. Цель этого фильма – донести... Что донести? Общеизвестные исторические события, интерпретируя их, на евангельский лад. Я понимаю, что это опять же звучит как заказ, опять это пахнет тем же субъективизмом. Между тем, я сознательно сейчас употребляю это слово, потому что православные сделали достаточно много фильмов. И я лично сам присутствовал на больших православных соборах вселенских, Всемирном православном соборе. Я был в храме Христа Спасителя еще при жизни Алексия. И я покупал там ихние работы, я смотрел ряд ихних фильмов, да. И я чувствую, я вижу, я знаю, что удержаны или искажены достаточно многие исторические события в нашей истории христианской. Поэтому хотелось бы их достать. А первый фильм, когда можно посмотреть и где, скажите, пожалуйста? Премьера первой серии фильма, которая называется «Приход христианства на Русь», будет 28 июля. Этого года. Этого года. У нас в городе Сакраменто. Она же будет транслироваться на ряде каналов. Там CNL, TBN, Impact, Интернет. А интернете где? rema.tv. Это наш канал. pema.tv.tv. Много людей привлечено к этому фильму. Очень много людей. Я даже удивляюсь, как много людей живет вокруг меня, вокруг нас, о которых я никогда бы не узнал. Это целый срез, это целый пласт людей, известных художников, актеров, музыкантов, декораторов, да чего угодно, которые дали о себе знать. Не все они верующие, эти люди, но они, когда услышали об этом, узнали, они стали всеми силами, то есть мы всем миром собираем, инсценируем отдельные сцены, строим декорации, вот, включая вот почетного консула Российской Федерации. Они стали нам содействовать, помогать много, чтобы этот фильм все-таки состоялся. Ну, пусть Бог благословит эту великую работу. И когда вы думаете 10-ю серию показать? Трудно очень сказать, как быстро будет прогрессировать наш фильм, но я думаю, что
приблизительно 4-6 месяцев будет уходить на каждую серию. Может, иногда больше. Александр, ваше любимое хобби? Что вы любите? Вот, заняты вы постоянно, хобби. Люди, звонки, летите, ездите куда-то. Вот, что вы любите? Хобби. Люблю уединение, читать люблю. Из книг люблю поэзию. Из русских классиков люблю, наверное, Бунина, Ивана Алексеевича. Люблю Ахматову, Бориса Пастернака очень. Люблю читать, знаю многие стихи наизусть, Есенина, ну, ряд. Солженицына не любите? Читал, читаю Солженицына, очень сожалею, что не успел как-то при жизни хоть как-то где-то с ним пересечься, вот, но это хобби мое. И еще одно, я люблю посещать музеи, смотреть картины, живопись, архитектуру, скульптуру. Просто интересно, не знаю. Сам когда-то пробовал немножко рисовать и знаком с некоторыми художниками, достаточно известными, и это мне интересно. Сами пишете книги? Да, пишу, но я как-то не считаю, что у меня это получается. Может быть, на фоне тех людей, которые действительно умеют писать, все познается в сравнении, вот. Пишу. А стихи пишете сейчас? Мало пишу. Недавно, вот в преддверии своего 39-летия, написал тоже стихотворение. Прочитайте. Это есть такой момент в Ветхом Завете, где раб, который был и служил у господина на протяжении 7 лет, на 7-й год должен был отпущен быть. Даже если он должен господину, его долги обнулялись и его отпускали. Но если раб тот любил господина, он говорил, что я люблю господина, я не хочу от него уходить, то было такое повеление, такая традиция в еврейском народе, его подводили к дверному косяку и прокалывали ему ухо шилом. И некоторые утверждают, что вешали серьгу. Этот человек назывался рабом любви. С этого момента. И вот что-то у меня так отбилось это в сердце, и я написал такие слова. Проснулся утром, и такие появились строки. «Ты дал мне шанс еще открыть глаза, увидеть свет, услышать звуки. Я возвращаю этот дар назад, в твои же руки. Я не наемник твой и не беглец, но сердце хочет по-другому. Вернуться сердце просится, отец, к порогу дома. Ты позови меня, лишь позови, мне одиноко здесь до боли. Я возвращаюсь в плен твоей любви, по доброй воле. Приставь меня к дверному косяку и проколи насквозь мне ухо. И в знак раба любви одень серьгу Святого Духа. Ты позови меня, лишь позови, мне одиноко здесь до боли. Я возвращаюсь в плен твоей любви, по доброй воле». Спасибо. Жена любит слушать ваши стихи? Да, но я очень мало пишу, чтобы не получилось, как где-то читал, что жена говорит мужу вечером, говорит, ты представляешь, какой наглец этот некий Пушкин скатал твое стихотворение. Вот читаю. Я часто читаю просто других поэтов, классиков. Ясно. Александра, у вас много приглашений, у вас известность, ну, слава обрушилась на вас. Гордость не подкрадывается к сердцу вашему? Я даже не знаю, когда это случилось и произошло, и я даже, честно сказать, Виктор Павлович, сомневаюсь, что там есть какая-то такая большая слава. Ну, вас русскоязычные... Христиане многие слушают разных конфессий. Я встречал разных конфессий. И православные слушают, и другие конфессии слушают, и с удовольствием слушают. Неверующие слушают просто. Они не ходят никуда, слушают. Да, согласен. Я разделяю понятие гордости и славы. Слава – это признание, общественное признание каких-то заслуг или таланта человека. А гордость – это самомнение. Гордость – это когда человек сам о себе высокого мнения. Поэтому я считаю гордость пороком, а слава – ты от нее не убежишь. Это
общество признало, признает, видит в тебе что-то доброе, позитивное, заслуживающее уважения. Вот потому я с благодарностью отношусь к такому признанию. Да, но дело в том, что чаще всего этот порог живет под славой, понимаете? Допускаю. Допускаю мысль. Но Бог, наверное, я очень контролирую эти ситуации тоже, доверяюсь Богу в этом плане. Потому как один человек молился о своем пастыре и говорил: «Господи, ты позаботься о его смирении, а мы позаботимся о том, чтобы он богато не жил, чтобы он скромно жил». Вот. То я часто говорю, когда мне некоторые друзья говорят: «Ты там не превозносишься», я говорю: «С украинцами это очень трудно. Они умеют опускать и ставить на место». Да, но мне жало плоть. Да, да. Ясно. А вот мечта вашего сердца, что бы вы хотели в своей жизни? Вот пройдет жизнь. В общественной или да. в личной? Нет, ну давайте так, в общественной прежде всего, а потом в личной. Вот пройдет еще 30-40 лет, да, и вы попрощаетесь с землей. Ну, это самый лучший расклад. Да, такой, да. да. Но вот за 40 лет, которые остались, что да. бы вы хотели сделать? Я бы хотел, и откровенно вам сознаюсь, об этом думаю много и молюсь. Я бы хотел, чтобы все, что я оставлю на бумаге, все, что я произнесу в эфире, все, что останется запечатленным на цифровых носителях, чтобы оно носило созидательный характер, чтобы оно людей окрыляло, воодушевляло и тем самым влияло, формировало мышление людей и моего поколения. Чтобы на закате своих дней я мог знать и видеть, что какой-то срез общественный, какой-то пласт, какая-то прослойка общества, с которой Бог позволил мне жить в одно время, она, глядя на меня, на мою жизнь и слушая мои проповеди, она формировалась из-за этих людей, чтобы не было стыдно ни перед государством, ни перед Богом, ни перед собой. Вот я не преувеличиваю, говорю как есть, что обретая такие колоссальные возможности выходить в эфир, я понимаю, что они пропорциональны ответственности. Все, что я говорю, делаю, заявляю, оно так или иначе влияет, а значит, формирует людей, семьи, отношения. То есть это процесс, это прогрессия. И я волнуюсь, благословляю это, молюсь об этом, чтобы это был процесс созидательный, духовный, чтобы Божье, которое преломляется через меня, к Богу и вернулось через людей. Относительно семьи? Относительно семьи, мне очень нравится, когда муж и жена, они влюблены друг в друга и нежны друг с другом не только в первые годы своей жизни, а совсем напротив, когда сама жизнь так сближает людей, и они могут вот на закате своих дней по-прежнему не чаять души друг в друге. Может быть, это такая лирика, и мало кто сегодня верит в такие вот идеализацию отношений. Но у меня в офисе стоит фотография Билли Грейма и его жены Руфи. Они уже там, я не знаю, лет под 70. 90. Ну, ему сейчас, да, но Руфь уже умерла. А эта фотография была сделана еще, когда она была жива. Я не помню, не знаю точно, в какое время была сделана фотография. Но везде, где я встречаюсь с молодыми людьми или провожу там бракосочетание или даю какие-то напутствия, я ношу с собой эту фотографию. И я просто говорю, вместо того, что я буду что-то там говорить, внимательно посмотрите, как эти люди держатся за руки. Посмотрите, как они прошли через жизнь, как о многом говорит эта фотография. Вот потому в отношении семьи мне очень хотелось бы, чтобы дети, даст Бог, внуки, мои отношения с Жанной, с родителями, которые живы, об этом думаю постоянно, забегаю к родителям, к одним, к другим, просто стараюсь всячески их радовать, потому что я понимаю, что жизнь уходит. Мне очень хочется успеть
все, что я должен успеть, потому что нужно успеть, чтобы именно отношения остались, сложились по-доброму, потому что все проходит, а остаются люди, которых Бог нам доверил. Последнее, пожалуйста, несколько предложений нашим верующим и неверующим телезрителям. И, пожалуйста, после вашего слова помолитесь о наших телезрителях. Ну, если сказать верующим людям, хотелось бы сказать, берегите свою индивидуальность, то, что Бог вам дал. Не старайтесь особенно как бы бегать за какими-то выдающимися, особенно иностранцами, там, людьми с большим именем. Не надо никого копировать, это унижает. Мы действительно прекрасны. Просто надо, чтобы каждый себя раскрыл, чтобы каждый внимательно смотрел в свое сердце, общался с Богом. Вот. Потому что это как раз идея или замысел мира — увести нас от себя. Люди постоянно пытаются кому-то подражать. Весь Голливуд на этом стоит. Я считаю, это недостойно. Каждый человек прекрасен. Прекрасен внутренне, прекрасен в Боге. Потому особенно верующие люди в Украине. Я думаю, что уже такая эпидемия прошла, там, бегать за какими-то знаменитостями, звездами. И слава Богу, что она прошла. Скорее бы. Вот. Потому что у нас есть тот, на которого можно равняться, который нас преображает. Это сам Иисус Христос. И Он доступен. Его нетрудно пригласить. Он не требует гонораров. Это можно закрыть дверь в своей комнате и действительно на самом деле иметь с Ним общение. Просто благослови вас Бог, оцените такое огромное сокровище, которое есть у каждого человека. Что в отношении неверующих людей, если вы таковые, или вы слышали наш эфир, или ваше сердце открывается для того, чтобы принять Иисуса Христа своим Спасителем, это самое важное решение жизни. И оно не такое уж сложное. Если вы внимательно посмотрите в свою душу, как писал Фёдор Михайлович Достоевский, душа, она всегда христианка, она тянется. Просто достаточно нужно ее послушать. Часто мы слушаем кого угодно, но мы не слушаем себя, не слушаем своего сердца. А сердце хочет вернуться домой, как я сейчас читал это стихотворение. Вот, потому возвращайтесь, вас там ждут. Возвращайтесь, там действительно ваш дом. Возвращайтесь к Богу. Апостол Павел в Ареопаге сказал греческим философам, что Бог назначил времена и пределы обитания всех людей, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Это для вас, это актуально сегодня. Поэтому возвращайтесь домой, помолитесь молитвой покаяния, принимайте Иисуса Христа своим Спасителем, найдите поместную церковь, читайте Библию, и у вас все будет хорошо. И мы встретимся с вами в Царстве Божьем. Благослови вас Господь. Мои друзья, с нами в студии был Александр Шевченко. До свидания. Александр, до свидания. До свидания. Счастливо.